письмо гопника Деду Морозу. «Здравствуй, Дедушка Мороз. У меня к тебе вопрос. Не подумай, что я тормоз, я не в шутку, я всерьез. Хорошо б на Новый год Таньку Иванову в рот. Как я только не пытался, хоть ты тресни, не дает. И еще не промолчу, я девяточку хочу. Уж на ней-то я Танюху по району прокачу. Не сочти, дед, за прикол, но хочу я черный ствол. С ним, дедуль, гораздо легче будет клеить слабый пол. Вроде вспомнил все, что смог. Дал тебе немалый срок. Слушай, дед, давай без шуток. Жду с любовью. Твой Витек».